Здравствуйте, с вами Стрелковый клуб «Практика» и я Виталий Печенко. Сегодня я расскажу вам, как определить длину приклада индивидуально для каждого стрелка. Приклад очень важен для комфортной, удобной, точной стрельбы. И очень важно с самого начала определить, какая длина приклада вам нужна. Для этого существует очень простой способ. Вы упираете приклад в сгиб локтя под 90 градусов и кладете палец на спусковой крючок. Если вам комфортно, значит эта длина приклада вам подходит. Если же вам сложно дотянуться до спускового крючка, приклад нужно укорачивать. Если же наоборот, слишком далеко, значит приклад нужно удлинять.